Так, первый день нахождения в отеле Санапиро на карантине. Я не знаю даже, как я здесь проживу 14 дней. Кошмар, да? Да, вот. Прикол то, что, дай бог, я заболею здесь, да? Температурой или чем-нибудь. Так что я отключил кондиционер, чтобы не заболеть там гриппом или простудиться, не знаю. А то будет кошмар. Если температура, то сразу меня в пакет и в машину. И начнут там информацию по телевизору. Появился еще один заболевший с коронавирусом в Грузии. Он приехал с Польши, где там очень много заболевших. Вот почему мы не открываем Польше воздушные границы. Все такое. Так что мне нельзя заболеть. Опасно. Только форточку открываю и все. Ну, сейчас прохладно. Дождь на улице. Да, вот. Уже 2 дня здесь. Кормят 3 раза в день. Столько еды, что даже не могу съесть. И в холодильник заполняю. Тут меня, по-моему, откармливают. Да. За 8 месяцев в Польше я потолстел, работал день и ночь. Как я потолстел? Все худели, а я толстел. Ну, на 7 килограммов потолстел. А тут еще столько же, не дай бог. Это будет кошмар. Но тут не хожу, ничего не делаю. Тут запросто можно потолстеть. Да. Приходила жена, говорит, с окна, конечно, кто ее близко, не подпустили ее. Что тебе надо, говорит, да. Я говорю, мне ничего не надо, только купи мне кока-колу и фанту. Ну, принесла она мне кока-колу и фанту. А зачем кока-колу и фанту? Да потому что в Грузии вкуснее 100 раз, чем в Польше. И семечки еще. В Польше нигде не нашел семечки. Обычные семечки. Не показывая там, конечно, скажут, рекламу делают. И яблоки, груши, там еще что-то, да, принесла. Я говорю, не надо ничего. Тут столько еды, что не могу съесть, да. Ну, в еде еще вместе с едой Нескафе дают и чай. Чай точно понравился. Ну, грузинский чай это совсем другое, конечно. То, что в Польше там пил, и даже не хочется пить, и вспоминать не хочется. И я и дорогое покупал, и дешевое, не знаю, всякое. Но это не чай, да. Чай грузинский классный. Ну, тут нечего делать. Ходишь, не знаю, думаешь, чем заняться. Вот, включаю свет, вхожу в туалет. Смотрю унитаз, ну, нормальный унитаз. Смотрю вот на это. Вот на это смотрю. Что это такое? Вот, представляете, да? Сел человек, туалет, сидит себе и... Надо бумагу. Смотрит на это. Что это такое? Снизу ничего нет. Спереди ничего нет. Не открывается. Внутри видно бумага. Написано Focus Point. Что за фигня? Что это такое? Бумага есть. А достать невозможно. Прикол, да? Хорошо, что у меня еще
есть ножницы. Я его открыл, и вот бумага. Ну, представляете, да? Ладно, у меня есть ножницы, нашел. А тут заходит человек в туалет, сидит себе, и у него ничего нет. И что делать? Ломать его? Открыть его невозможно. Отсюда достать невозможно. Просто этот аппарат не для этой бумаги, все. И кто его туда засунул? Вот прикол, да? Да, красиво здесь. Потом и отсюда видно, вообще красиво. Виталика. Ну, видео так кто не покажет, что такую красоту я вижу сам. А и шум моря. Классно. Единственное, это море, по-моему, что успокаивает здесь. Да? Конец второго дня. Меряю температуру 36,3. Это электронные. И обычная 36,4. Ну, 3 с чем-то 4. Ну, одна разница небольшая. Температуры нет, коронавируса нет. Они не обрадуются там, что о, еще один появился, информации там все такое. Второй день закончился. Ну, знаю, да, спать не хочется. Сколько можно спать? Да еще остался. Так, 12 дней. Да, 12 дней. Как тут вообще 12 дней? Без пива можно, да? Сегодня жена просит, может, спрашивает, то есть, может, пиво можно передать, пару банок? Нет, нельзя, сказали, да. Пусть терпит, как будто я тут напьюсь там еще, или убегу отсюда, или буду там буянить. Просто выпить одну банку, два, и заснуть, да. Как в Сарпе, вот 5 банок купил, Эфес, ну, классное пиво. 5 банок, говорит жена. Звонил ей, ты что, это все хочешь выпить? Я говорю, ну и что? 5 банок это ерунда. Даже не опьянеть, да? Да. Ладно. Все. Будем спать, наверное, если смогу. Сразу.